Всем добрый день, меня зовут Сергей Багрий, я менеджер-аналитик официального партнера компании Альпаив в городе Кишинев, Республика Молдова. Если меня хорошо слышно, хорошо видно, подтвердите, пожалуйста, одним плюсиком. Напомню, для того, чтобы вы смогли задавать мне вопросы в чате, вам необходимо будет войти в личный кабинет. А в случае, если у вас нет личного кабинета, вам необходимо будет пройти регистрацию на сайте alpare.ru, благодаря которой вы получите ряд преимуществ и полный доступ ко всем сервисам компании Альпари. Тема нашего семинара – ежедневные торговые идеи, секреты внутридневной торговли. Сегодня мы с вами проведем анализ по основным валютным парам, рассмотрим актуальные торговые идеи, ну и, конечно, в конце семинара можно будет обсудить все ваши вопросы и пожелания. Пока что вижу реакцию всего лишь двух участников. Я призываю всех, кто сумели подключиться к нашему семинару, к нашему чату, подтвердить ключиком, если с трансляцией все окей, и заодно в течение этих 30 минут я готов ответить на все ваши вопросы и пожелания. Ну что ж, пора начинать, так что приступим. Обзор начнем с валютной пары евро-доллар. Попрошу открыть график валютной пары евро-доллар с таймфреймом 1 час. Также хочу обратить ваше внимание на то, что по данной торговой стратегии берется в расчет уровень, благодаря которому мы с вами определяем главную зону покупок и главную зону продаж. Благодаря этому мы с вами четко понимаем, в каком направлении стоит торговать, в каком направлении стоит воздержаться от торгов. Также благодаря этому мы с вами четко понимаем, в какой зоне ведутся торги, когда стоит открывать сделки и когда лучше, конечно, всего оставаться вне рынка. Также для тех, кто торгует в течение дня, мы с вами берем в расчет уровень дня. Это как раз есть цена закрытия предыдущего дня. Все, что выше этого уровня, это зона покупок, там, где больше всего рассматриваются покупки. И все, что ниже этого уровня, это зона продаж, там, где больше всего рассматриваются продажи. Ну и, конечно, мы с вами для того, чтобы открыть сделку, необходимо получить подтверждающий сигнал со стороны тех, кто торгует против тренда, убедиться в том, что они не готовы к переменам, убедиться в том, что они не готовы сменить направление рынка. И только при возврате цены в нужной нам зоне мы с вами получаем возможность открыть ордер с минимальным стоп-лоссом и с профитом в 2 или даже в 3 раза больше. Ну что ж, давайте мы с вами начнем с евро-доллара. Вчера по евро-доллару мы с вами ожидали снижения. Еще вчера, проводя анализ, я говорил о том, что тренд медвежий, торги ведутся в зону продаж, именно как раз нам с вами и нужно было рассмотреть одни лишь продажи. Но для того, чтобы мы с вами должны были открыть ордер на sell, мы с вами должны были дождаться бычьего сигнала, бычьего импульса. И только после чего мы с вами сумели бы открыть ордер на sell. К сожалению, как видите, вчера мы с вами так и не увидели бычьего сигнала. Вот уровень вчерашнего дня, расположен по цене 1.04.01. И как видите, вчера все-таки выше этого уровня мы с вами так и не увидели бычьего сигнала, бычьего импульса. Бычий импульс состоит из минимум двух подряд бычьих свечей. Да, конечно, мой прогноз оказался верным. Мы с вами в итоге увидели снижение евро-доллара, но открыть ордер на продажу нам рынок не предоставил возможность. Так что вчера по евро-доллару мы с вами должны были остаться вне рынка. То, что касается сегодняшнего дня, тренд все еще остается медвежий. Торги также по-прежнему ведутся в главной зоне продаж. Уровень сегодняшнего дня для тех, кто торгует внутри дня, расположен по цене 1.03.86. Ну что ж, быки уже дали о себе знать. Обращаю ваше внимание на то, что есть бычий импульс. Вот одна бычья свеча, вот вторая бычья свеча. Как минимум две подряд бычьи свечи есть.
быки дали о себе знать, теперь нам с вами необходимо убедиться в том, что они не готовы к развороту, а для этого нам с вами необходимо будет дождаться возврата цены в зону продаж. То есть при преодолении уровня дня, при закрытии часа ниже уровня 1.03.86 мы с вами получим возможность открыть ордер на продажу по тренду. А пока что по евро-доллару все еще продолжаем оставаться вне рынка, но в ожидании открытия сделки. То, что касается валютной пары британский фунт, доллар США. Вчера мы с вами, проводя анализ, определили то, что также торги ведутся в главной зоне продаж. Здесь нам с вами как раз и нужно было рассмотреть одни лишь продажи. Наталья пишет, у меня нет картинки. Наталья, на самом деле у меня никаких неполадок с трансляцией нет, поэтому попрошу обновить страницу, используя комбинацию клавиш Ctrl F5. А остальные что скажут? Как с трансляцией? Хорошо ли видно, слышно? Если да, то жду плюсиков. Если нет, то обновите страницу, используя комбинацию клавиш Ctrl F5. Ну что ж, вот Василий подтвердил то, что у него вроде все окей. Сергей также. Ну что ж, Наталья, вам тогда необходимо будет обновить страницу. Вроде у всех все в порядке. Прекрасно. Так вот, вернемся к валютной паре британский фунт доллар США. Вчера я ожидал снижения. Вчера мы с вами сперва должны были дождаться бычьего сигнала, бычьего импульса. Вот бычий импульс, который состоит из четырех подряд бычьих свечей. Вот одна бычья свеча, вторая, третья, четвертая. И вот только после того, как мы с вами увидели бычьего сигнала и увидели возврат цены в зону продаж, мы с вами поняли то, что тренд все еще остается медвежий и то, что нужно было открыть ордер на продажу. Открыть ордер на продажу нужно было примерно по цене 1.23.85 со стоп-лоссом примерно в 30 пунктов. Стоп-лосс нужно было выставить за максимум вчерашнего дня. С целью заработать в два раза больше, то есть 60 пунктов. Вот давайте посмотрим, смогли ли мы заработать 60 пунктов. Да, смогли даже заработать 70 пунктов. Ну что ж, зафиксировать прибыль в два раза больше мы с вами вчера сумели. Так что я поздравляю с очередным тейк-профитом. До этого, напомню, в день 19 декабря мы с вами также должны были открыть ордер на sell. Уровень дня в день 19 декабря был расположен по цене 1.2478. И вот только при преодолении этого уровня, при закрытии часа ниже этой отметки, мы с вами должны были открыть ордер на sell. Со стоп-лоссом примерно 50 пунктов. 100 пунктов мы с вами сумели заработать в первый же день. 150 пунктов почти что. Почти что нам удалось заработать 150 пунктов. Это касается как раз тех, кто использовал соотношение 1 к 3. Так что вы уже наверняка не раз убедились в том, что если вы будете торговать по данному методу, вы не будете открывать каждый день сделки. Сделки открываются реже, но зато эффективнее. Конечно, есть и стоп-лоссы, но преимущество данной торговой стратегии в том, что здесь используются не только правила стратегии на основе теханализа, но и правила money management. То есть мы с вами используем соотношение 1 к 2, не меньше. Так что даже если в конце месяца у вас будут одинаковое количество сделок по стоп-лоссу и тейк-профиту, в любом случае у вас будет положительный результат, так как в нашем случае профит всегда в два раза больше, чем стоп-лосс, и не меньше. То, что касается сегодняшнего дня, уровень дня расположен по цене 1.2361. Есть бычий импульс. Вот две подряд бычьи свечи. Теперь нам с вами необходимо дождаться закрытия часа ниже уровня 1.2361 и только после чего можно будет открыть ордер на продажу. Пока что все еще продолжаем оставаться вне рынка, но в ожидании.
Анастасия пишет: здравствуйте, а можно рассмотреть серебро? Анастасия, если, конечно, нам с вами сегодня время позволит, то рассмотрим, но только в конце семинара. То, что касается франка, мы с вами вчера ожидали покупки, мы с вами вчера ожидали продолжения тренда. На самом деле, опять же, мой прогноз оказался верным, но, к сожалению, нам с вами вчера рынок так и не предоставил возможность открыть ордер на покупку. Мы с вами вчера, прежде чем увидели возврат цены в зону покупок, нужно было убедиться в том, что медведи не готовы к переменам. Мы с вами должны были дождаться медвежьего импульса, сигнала, но такого не было. Вот одна медвежья свеча, вот еще одна медвежья свеча, но, как вы знаете, медвежий импульс — это импульс, который состоит из минимум двух подряд медвежьих свечей. Поэтому вчера мы с вами по франку должны были остаться вне рынка. Но прогноз оказался верным. Если говорить о текущей ситуации, уровень сегодняшнего дня расположен по цене 1.0281. Ниже этого уровня будем ждать, опять же, медвежьего сигнала, медвежьего импульса. Будем ждать двух подряд медвежьих свечей, пока что этого нет. Вот одна медвежья свеча, вот еще одна медвежья свеча, но никак нет двух подряд медвежьих свечей. Так что по франку все еще ждем медвежьего сигнала, медвежьего импульса, и только при возврате цены в зону покупок можно будет рассмотреть покупки по тренду. Далее. Доллар США, японская иена. Валютная пара, которая вчера в основном торговалась с повышением. Опять же, вчера мой прогноз оказался верным. Вчера мы с вами увидели укрепление доллара по отношению к японской иене, но вчера мы с вами, к сожалению, остались вне рынка. Я напомню, вчера мы с вами определили уровень дня. Он расположен по цене 117.06. Вчера мы с вами должны были дождаться двух подряд медвежьих свечей ниже уровня 117.06. Такого не было. Была только всего лишь одна медвежья свеча. Но с другой стороны, я вам не раз говорил о том, что главный уровень дня, он является очень сильным. Это сильная поддержка, сильное сопротивление. Почему? Потому что при откате к этому уровню очень часто медведи встречают поддержку или быки встречают сопротивление. Вот как это было и вчера. Вчера в 4.00 при снижении медведи встретили поддержку на этом уровне. Медведи не смогли преодолеть этот барьер. Так что имейте в виду, уровень дня является сильным уровнем. Так что если вы торгуете по другому принципу, по другой торговой стратегии, но если все-таки вы возьмете в расчет уровень дня, это цена закрытия предыдущего дня, вы всегда будете четко понимать, где вы находитесь, в какой зоне ведутся торги, когда стоит рассмотреть открытие сделок, а когда стоит воздержаться от торгов. Вчера мы с вами остались вне рынка, в этом ничего страшного нет, бывают и такие ситуации. Идемте дальше, рассмотрим то, что сегодня стоит ожидать. Сегодня сразу же хочу сказать, мы с вами будем ждать рост. Есть медвежий сигнал, есть медвежий импульс. Медведи уже дали о себе знать. Теперь нам с вами необходимо убедиться в том, что медведи не готовы к переменам, поэтому мы с вами будем ждать возврат цены в зону покупок. То есть выше уровня дня, выше уровня 117.83. Это цена закрытия вчерашнего дня. Татьяна пишет: добрый день, основные уровни изменились по сравнению с прошлой неделей? Изменились по всем инструментам? Татьяна, некоторые уровни изменились, некоторые нет. Так что следите за семинаром и будете знать, по каким валютным парам сменились уровни. Итак, по иене сегодня будем ждать рост. Рекомендую рассмотреть покупки только при преодолении уровня 117.83. Будем ждать закрытие часа выше уровня 117.83, открывая ордер на бай, выставляя стоп-лосс за минимум сегодняшнего дня. Ну что ж, размер стоп-лосса примерно около 50 пунктов, примерно составит, и с целью заработать 100 пунктов, как обычно, в два раза больше и не меньше. То, что касается валютной пары австралийский доллар, доллар США, вчера мы с вами должны были открыть ордер на sell.
Вчера мы с вами, в принципе, получили возможность открыть ордер на продажу, но, к сожалению, все-таки вчера мы с вами получили бы нулевой результат. Обращаю ваше внимание на то, что уровень вчерашнего дня расположен по цене 0.7242. Мы с вами в 12.00 должны были открыть ордер на продажу. Но, как видите, всего лишь 3 часа валютная пара торговалась с понижением. Снижение было на 12 пунктов примерно. Но все-таки в итоге валютная пара развернулась. И мы с вами получили бы стоп-лосс. Да, все-таки мы с вами получили бы стоп-лосс. Почему? Потому что выставить стоп-лосс без убыток мы с вами вчера не сумели. Так что размер стоп-лосса примерно 30 пунктов. Ну, в течение дня это нормальный стоп-лосс в размере 20, 30, даже 40 пунктов. Это нормальный, хороший стоп-лосс, учитывая то, что мы всегда с вами ставим себе цель заработать в 2 или даже в 3 раза больше. То, что касается сегодняшнего дня, торги также ведутся в зону продаж. Мы с вами сегодня также рассмотрим одни лишь продажи. Уровень дня расположен по цене 0.7259. Рекомендую рассмотреть продажи при преодолении уровня 0.7259. Давайте мы с вами дождемся закрытия этого часа. Это как раз и есть первый час после открытия европейской сессии. Я напомню, торги в основном ведутся после 9.00. Или после 10.00 по Москве, после того, как открылась европейская сессия. Так что есть бычий сигнал, есть бычий импульс. Теперь необходимо дождаться закрытия часа. Если, конечно, час закроется ниже уровня 0.7259, можно будет открыть ордер на продажу по тренду со стоп-лоссом за максимум сегодняшнего дня. Владимир пишет: Сергей, что за зеленая вертикальная линия? Для чего она нужна? Владимир, зеленая вертикальная линия нужна именно мне. Как раз вот начиная с этого дня, с 15 декабря, нужно было рассмотреть одни лишь продажи. Я добавляю вертикальную линию на своем графике для того, чтобы понять, с какого дня нужно было рассмотреть одни лишь продажи. Вот уже пятый день подряд по австралийцу нужно было рассмотреть одни лишь продажи. Так что если вы уже повнимательнее посмотрите, то увидите то, что очень часто в эти дни можно было открыть ордер на sell. Более того, даже если бы вы торговали по другой торговой системе, в любом случае вы бы получили возможность, скорее всего, открыть ордер на понижение. Далее, новозеландский доллар, доллар США, валютная пара, которая также вчера продолжила движение вниз, торговалась в основном с понижением. Вчера мы с вами не сумели открыть ордер на продажу. Мы с вами вчера так и не увидели бычьего сигнала, бычьего импульса. Не было двух подряд бычьих свечей, поэтому вчера мы с вами остались вне рынка. Как и сегодня, пока что нет бычьего сигнала. Уровень сегодняшнего дня расположен по цене 0.6911. Не было двух подряд бычьих свечей выше этого уровня, так что пока что все еще продолжаем оставаться вне рынка. Ну и давайте мы с вами рассмотрим последнюю валютную пару. Это доллар США, доллар канадец. Я в очередной раз попрошу подтвердить плюсиком, если все окей. Если есть вопросы, пишите в чате. Если есть пожелания, также пишите в чате. Если нет, то, как обычно, жду вашу реакцию, жду ваших плюсиков. После канадца мы с вами рассмотрим серебро. Ну и, в принципе, если никаких вопросов не будут, мы с вами на этом и завершим сегодняшнюю трансляцию. Итак, доллар США, доллар канадец. Это последняя валютная пара. Валютная пара, которая торгуется в зону покупок. В этой зоне рассматриваются одни лишь покупки. Конечно, это не означает то, что находясь выше главного уровня, не будет снижения. Всегда есть
снижение, рост не без этого, но зная, в какой зоне ведутся торги, вы будете четко понимать, в каком направлении вам стоит торговать и в каком направлении вам не стоит торговать. Вчера мы с вами ожидали покупки, вчера мы с вами, к сожалению, ничего бы не заработали, но и ничего бы не потеряли. Вот вчерашний медвежий импульс из минимум трех подряд медвежьих свечей. И только после того, как открылась европейская сессия, после того, как валютная пара вернулась в зону покупок, мы с вами должны были открыть ордер на покупку. Но рост был всего лишь на 25 пунктов примерно, так что при возврате цены к уровню дню мы с вами сумели бы выйти с рынка с нулевым результатом. Я напомню, если размер стоп-лосса составляет 20 пунктов, то при преодолении 20 пунктов, когда вы будете иметь плюс 20 пунктов, стоп-лосс сразу же выставляем в безубыток, не рискуя ничем. Сегодня мы с вами также будем ждать рост доллара по отношению к канадскому доллару. 1.3365 это уровень сегодняшнего дня. Ниже этого уровня будем ждать сперва медвежьего сигнала, медвежьего импульса. И только при возврате цены в зону покупок можно будет рассмотреть одни лишь покупки. А пока что все еще в ожидании. Светлана пишет: золото, пожалуйста. Геннадий: золото для опоздавших. Сергей также просит еще и золото. Ну что ж, давайте мы с вами рассмотрим и золото, и серебро. Итак, то, что касается металла золота, тренд медвежий, однозначно. Главный уровень расположен по цене выше, чем текущая цена. Так что вчера, сегодня нам с вами нужно было рассмотреть одни лишь продажи. Вот, кстати, если говорить о вчерашнем дне. Главный уровень вчерашнего дня был расположен по цене 1137.81. Если я не ошибаюсь, вчера мы с вами как раз проводили анализ по металлу золота. И вот обратите внимание на то, что вчера, после того, как быки дали о себе знать, и мы с вами увидели возврат цены в зону продаж, можно было открыть ордер на продажу. Стоп-лосс примерно 50 пунктов, цель 100 пунктов. Можно было заработать 100 пунктов, 100 пунктов. Почти что можно было заработать, не хватило примерно 3 пунктов. Сегодня будем ждать снижения золота. Я пока что не вижу никаких сигналов о развороте. 1131.99. Уровень сегодняшнего дня. Быки уже дали о себе знать. Вот бычий импульс. Из минимум двух подряд бычьих свечей. Вот еще один бычий импульс. Теперь для того, чтобы можно было открыть ордер на sell, нам с вами необходимо дождаться возврата цены в зону продаж. Татьяна пишет: а на какой цене главный уровень по золоту? Его не видно. Да, Татьяна, его не видно, потому что я его не добавил на графике, но я уже и так определил то, что главный уровень расположен выше текущей цены. Так что он расположен намного выше, чем даже уровень 1142. Поэтому переживать пока что не за что. Тренд медвежий, торги ведутся в зону продаж, так что рекомендую рассмотреть в дальнейшем одни лишь продажи. Ну что ж, я постараюсь тогда включить еще и металлы в наших ежедневных семинарах. Я так понимаю, есть интерес к этим активам, так что я добавлю и золото, и серебро. И уже завтра, начиная с завтрашнего дня, мы с вами проведем анализ и по этим двум активам. Ну и то, что касается металла серебро, давайте проверим. Ну что ж, торги ведутся в зону продаж, однозначно, тренд медвежий. Главный уровень расположен по цене намного выше, примерно по 16,70-80, но опять же,
Это я сейчас точно все сказать не смогу. Но в любом случае главный уровень расположен по цене намного выше. Поэтому тренд медвежий, и мы с вами сегодня рассмотрим одни лишь продажи. Как и вчера, вот к примеру, на примере вчерашнего дня мы с вами должны были открыть ордер на продажу при преодолении уровня 15.95. Но только после бычьего импульса, после бычьего сигнала. Вот бычий импульс из минимум трех подряд бычьих свечей и при возврате цены в зону продаж, правда, это было в 7.00, это не было во время европейской сессии, поэтому, к сожалению, да, мы с вами открыть ордер на продажу вчера по серебру не сумели бы. А вот то, что касается сегодняшнего дня, уровень дня расположен по цене 16.08. Есть бычий импульс, одна бычья свеча, вторая бычья свеча, вот еще один бычий импульс из минимум двух подряд бычьих свечей. Быки уже дали о себе знать, быки, конечно, настроены позитивно, но после того, как мы с вами увидим возврат цены в зону продаж, мы с вами убедимся в том, что быки еще не готовы к переменам, еще не готовы к развороту, поэтому только при закрытии часа ниже уровня 16.08 можно будет открыть ордер на продажу по тренду. Ну что ж, у меня на этом все. Мы с вами сумели провести анализ по основным валютным парам и металлам. Вроде ответил на все ваши вопросы. В очередной раз хочу убедиться в том, что больше никаких вопросов нет. Жду вашу реакцию, ваших плюсиков. Напомню, если есть активы, которые вы бы хотели, чтобы я включил в ежедневных семинарах, напишите мне на e-mail, и по возможности я проведу анализ и по этим активам. Но начиная с завтрашнего дня, я уже добавлю два дополнительных активов, это золото и серебро. Ну что ж, нам еще осталось примерно 2 минуты. За эти 2 минуты я еще готов ответить на ваши вопросы, готов рассмотреть пожелания, если кому-то что-то непонятно. Фунт иена, просит Василий. Ну что ж, давайте рассмотрим и фунт иену. Итак, фунт иена. Итак, Василий, все, что могу сказать, это то, что... Давайте я... Итак, все, что могу сказать, это то, что торги все еще ведутся в зону покупок. Все, что могу сказать, это то, что... Нет, прошу простить, торги ведутся уже в зону продаж. Да, все верно. Торги уже ведутся в зону продаж. Вот как раз сегодня я и рекомендую рассмотреть одни лишь продажи, но пока что о продажах рано говорить. Быки не дали о себе знать, мы с вами так и не увидели бычьего импульса. Я напомню, мы с вами всегда должны дождаться сперва бычьего сигнала, бычьего импульса в случае медвежьего тренда. Почему? Потому что есть, конечно, дни, когда торговля ведется только в одном направлении, но обычно... В течение дня и быки дают о себе знать, и медведи дают о себе знать. Поэтому для того, чтобы убедиться в том, что те, кто торгует против тренда, не готовы к переменам, ждем подтверждающего сигнала, а для этого нам с вами необходимо дождаться импульсного движения. А, как вы знаете, импульсное движение состоит как минимум из двух подряд бычьих или медвежьих свечей. Когда... Одна бычья свеча, а вторая медвежья свеча, это ничего, как флэт. Нас флэт не интересует, нас интересует тренд, нас интересует импульсное движение, поэтому будем ждать бычьего сигнала. Уровень дня расположен по цене 145.70. Выше этого уровня будем ждать бычьего сигнала, бычьего импульса, и только при возврате цены вновь в зону продаж можно будет рассмотреть продажи. А пока что, несмотря на то, что валютная пара торгуется с понижением, открывать ордера на продажу мы с вами не имеем права. Владимир пишет, с главным уровнем непонятно, когда все-таки откроете секрет нам, бедным и нищим ученикам.
Владимир, опять же, вы должны меня понимать, я не могу раскрыть секрет данного метода сразу же после запуска этого семинара. Есть авторский курс, есть условно-платный курс, все желающие, которые хотят узнать об этом секрете, могут подать заявку на сайт elpari.ru и узнать об этом секрете, узнать о том, как определить этот главный уровень и знать, в каком направлении стоит торговать или воздержаться от торгов. Ну а те, кто не сумели подать заявку или пока что не успели, пока что следите за моими ежедневными семинарами, и вы будете в курсе всего. Более того, вы сможете ознакомиться с моими прогнозами и рекомендациями. Сергей пишет, уровень дня находится на закрытии прошлого дня или открытии нового дня при гэпе. Сергей, здесь ответ будет следующий. В основном мы с вами берем в расчет цену закрытия прошлого дня. Но если рынок открывается с гэпом в сторону тренда, вот только тогда мы с вами возьмем в расчет уровень открытия дня. Да, вот на самом деле, кстати, на самом деле сегодня обращаю ваше внимание на то, что... Хотя нет, все верно, тренд же бычий, так что мы с вами берем в расчет цену закрытия вчерашнего дня. Только в случае, если рынок открывается с гэпом в сторону тренда, только тогда мы с вами и берем в расчет уровень открытия дня. А так всегда берется в расчет цена закрытия предыдущего дня. Ну что ж, у меня на этом все. Я сумел ответить на все ваши вопросы. Мы с вами сумели рассмотреть даже кросс-курса. Будем прощаться. Следующий семинар сегодня же вечером в 17:00 я проведу на тему анализ текущей рыночной ситуации на основе уровня Фибоначчи. Так что те, кто торгует по Фибоначчи, те, кто хотят ознакомиться моими прогнозами и рекомендациями, сегодня в 17:00 у вас будет такая возможность. У меня на этом все. Будем прощаться. С вами, как обычно, был Сергей Багрий, менеджер-аналитик официального партнера компании «Альпари» в городе Кишинев, Республика Молдова. Всем желаю хорошего дня, удачи во всем, берегите себя, до скорой встречи, до свидания.